какая-то я вся нелепая. Так, ладно. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет фикс прайс. Сегодня у меня новая камера, микрофон вот приобрела. Так, и так. У нас сегодня будет фикс прайс. Сегодня пятница, я с ума сошла, что сегодня пятница, а потом два выходных, и я не смогу вам снимать видосы. А по привычке смотрю туда, как я выгляжу. Ну, нечего на себя смотреть, смотрю в камеру. Все, на вас. Привет, фикс прайс. Что было, на себя натянула, надела, не знаю, как выгляжу, еще не накрашенная, чуть губы подкрасила, волосы расчесала, и то пойдет. Сегодня у нас будет фикс прайс, интересные новинки. Сразу и вот-вот. Будет у нас здесь обувница и вот такая вот еще темка интересная. В общем, я сейчас по фикс-прайсу, я сразу, кстати, извиняюсь, если будет эхо или вот что-то еще, потому что я сама слышу, что какое-то эхо. Надеюсь, что микрофон как-то это положение все дело исправит. В общем, буду не так громко говорить, чтобы не было никакого резонанса. Надеюсь, все нормально будет со звуком. Но если что, будем работать, потому что новая камера, новый микрофон. И, как знаете, это пока все настроишь, блин, время пройдет. Так, первое, что я вам хочу сказать, я сегодня же за ней ездила, вот за этой обувницей. Я никогда не видела в фикс-прайсе обувницы, такой прикольной, за 199 рублей. И, кстати, разные дизайны были. Были такие черные с бежевым, синие с бежевым. Но я взяла под наш интерьер серебристый с бежевым. Мы, кстати, уже поставили двери, как видите, да? Там кое-какие косяки, короче, были с доставкой, одна дверь бракованная, поэтому видео пока что, я не знаю даже, когда оно будет, вперед этого фикс-прайса или до этого, вперед этого фикс-прайса, до этого видео или после этого видео, в общем, просто держу вас в курсе. Хочу вот ее раскрыть, посмотреть, 200 рублей для вот такой вот обувницы, мне кажется, это очень клево, недорого. Ну вот эти штуки, по-моему, тоже пластиковые. Я думала, что они железные на самом деле, а они пластиковые. Ну, в общем, давайте откроем, посмотрим вообще, что да как. Если бы эти штуки были железные, было бы намного круче. Блин, ну какой отстой. Короче, смотрите, это вообще, посмотрите, насколько качественно, да, все покрашено, видите? Ну, то есть, отвратно. Просто, ну, как бы, я даже считаю, выкинутые деньги, если честно. Ну, ладно, если оно будет смотреться прям интересно, то хрен с ним. Сейчас я все это дело соберу и вернусь к вам. Ну что, мои хорошие, просто, ну, я так и знала, что это когда-нибудь будет. Так как новый звук у меня, да, я забыла включить базу. Включила здесь микрофон, но забыла включить базу и, в общем, сняла вам уже все видео и сняла его без звука. Поэтому продолжаем, и именно с этого момента я начала снимать без звука. А это вот эта стоечка. Просто отвратительная стоечка. Я хуже, честно говоря, по качеству еще не видела. Во-первых, мне кажется, что она не на две пары обуви сверху и снизу, а на просто три башмака, раз, два, три, на полторы пары обуви, да, что очень неудобно. Либо тапочки сюда класть. Это один момент. Второй момент, это качество просто-просто ужасное. Это не покрашено, это обклеено пленкой. Посмотрите, пожалуйста, что становилось с ней, когда я вбивала ее вот в эти вот дырочки. Все, и здесь, оно все просто начало портиться со всех сторон. Вид, конечно, отвратительный просто. Но, честно, я такого не видела никогда, такого ужаса. Поэтому я, конечно, ее поставлю ненадолго, но это реально выброшенные деньги, и я вообще никому не рекомендую все это дело покупать. А здесь даже треснуло, вот, я еще увидела, смотрите, треснуло. Просто кошмар. В общем, покажу, как смотрится в интерьере. Где кроссовки, эти шлепки, они не встают. Вот шлепки морозовые встали только с узкой обувью. Там одна шлепка помещается. Вот. Ну, вот как-то так, в принципе, Денька придет, можно поставить. Ну, как бы мини, мини такая. Вот смотрите, какая у меня была, чтобы вы понимали, да? Тоже раз, два, три, четыре, как бы, ну, даже пять, наверное, да? И они такие широкие, и вот она по сравнению с ней просто малюшка какая-то. Дальше вот такую штуку я показала. Этой штукой я полностью довольна. Мне нравится, что здесь съемная метла с
совок вот такой, плюс его еще можно тоже складывать и компоновать место. Вот так вот, видите, раз, два. Можно откручивать ручку здесь. Здесь можно откручивать ручку. Вот, и менять. Если вдруг с ручкой что-то случилось, отдельно покупать все это дело, вот. Можно подлиннее купить, кстати, если кому-то коротковатое, потому что здесь не очень длинная ручка, нагибаться все равно придется, как бы вы не хотели не нагибаться. И здесь тоже откручивается, можно метлу побольше купить. Вот. И я говорила еще о том, буду вспоминать, что я говорила до этого. Говорила о том, что сейчас у меня более такие полезные покупки фикс-прайс, потому что лишних денег я тратить не могу, но я должна для вас что-то покупать, что-то показывать, и у меня новая задача делать это все с умом. Но с вот этой вот, честно говоря, вот этой вот этажерочкой мне просто не повезло, это реально выкинутые деньги. Знала бы, не купила бы. Вот этим довольна. У меня есть один, так как строительная сейчас у нас все такое летит где-то, нет-нет, мы подметаем и в коридоре, и где-то в прихожей, в комнате, поэтому решила купить новую для того, чтобы, ну вот, как бы, знаете, такие более чистые работы дома, да, там крошки смести, одно, а строительная пыль там и все дела, это другой старый. Дальше, что хотела сказать, о том, что, ого, она поднялась даже, короче, пока я сняла то видео для вас, без звука, и тут уже много чего произошло, кстати. Я купила, да, вот такие вот по совету Лены. Аленка, моя подружка. Алена Русанова, ссылку на нее я оставлю под видео. Она тоже блогер, моя подружка. И вот я посмотрела недавно ее видео. Кстати, часто очень, когда я смотрю ее видео, она что-то покупает в IKEA или фикс-прайсе. Я тоже потом иду и все это покупаю, потому что она настоящая хозяюшка, и мне очень прям интересно за ней наблюдать. И если она что-то рекомендует, то это вообще реально не просто так. Это человек знающий. И она говорит, что раньше никогда вот такие вот губки не пробовала, но купила и теперь не знает, как она без них вообще справлялась. Они вакуумные были, вот такие прижатые, понимаете? И я показывала их прижатые. Сейчас, пока я видео сняла, они раз и отжались все, и стали такие крупненькие. В общем, с одной стороны, как обычная губка, с другой стороны, даже можно потереть. Вот. Я купила Ленок и еще наборчик таких вот тряпочек, но он уже давно в фикс-прайсе продается, наверняка вы многие пользуетесь. А у меня сейчас как раз ремонты идут, и тоже нужно смахнуть то пыль, то какая-то строительная пыль, то еще что-то. И нам все время не хватает вот таких вот тряпочек. Поэтому они разноцветненькие, прикольненькие, это 55 рублей стоит, я их взяла. И тоже Лена их посоветовала, говорит, вот я их все время беру. И я думаю, а что я не беру, и я возьму. Так что вот у меня тряпки есть. Дальше я рассказывала о том, что я купила вот такие ежедневочки, и что 20 штук стоят 77 рублей. Я люблю ежедневки Discreet, и все ежедневки, которые попадаются на моем пути, я всегда сравниваю с ними, потому что Discreet вообще супер тоненькие, поэтому что-то более толще я не очень люблю. Но здесь решила взять и показать вам, потому что такие можно, например, с собой удобно брать, да, дискритки не возьмешь, они все открытые. А вот здесь, например, запечатанная, она такая запечатанная в отдельной упаковочке, вот, ты как бы отклеиваешь вот здесь, и все, и вот тебе вот такая. Но она не дискрит, но она тоже тоненькая, я не помню, что она напоминает, но какую-то вторая по толщине после дискрит, что там идет, я не помню, я много пробовала разных, но на дискрит остановилась и уже не помню, какие другие. В принципе, удобно с собой брать, но то, что они дороже получаются, это не очень хорошо, не очень выгодно, я бы сказала. Да, у нас фикс прайс же это выгода в первую очередь. Значит, взяла вот такие вот для ванны. Недавно купалась и вытащила уже, представляете, сколько это, пару-тройку раз искупалась, ну, мама купалась, я вытащила целый шматок волос наших, представляете, и думаю, о-о-о, не-не-не, ванна моя любимая, не хочу, чтобы ты забивалась, и я возьму тебе такую вот сито. Я возьму тебе такое сито. Не было других цветов, я взяла бы, может быть, беленькую, хотя она под цвет серебра, пластиковая, но под цвет серебра. И я решила, что, ну, ничего, оно не должно выделяться сильно. Сейчас померю, покажу. Так, вот, смотрите, у меня такая штучка здесь. Опа. И вот купаешься, и вот так. Ну, пусть хотя бы так вот лежит, да? Хотя выделяется, конечно, не то. Ну, беленькая. Она не плотно. Она не плотно, да. Она не плотно, потому что мешает вот эта штука здесь. Ну, поменьше. Просто это крупненькая такая. Поменьше нужно чуть глубина, чтобы была. Но
сейчас я не буду класть, но сам факт, что когда мы смываем волосы, да, и купаемся, уже смываем, все, вот набрали там ванну, все, вытащили, вот эту положили, пусть она вот тут лежит хотя бы на время, я потом белую куплю. Стоит всего на 6 рублей. Еще я шла дальше и говорю, что мои мысли просто материализуются. Совсем недавно я думала о том, что как классно сделать канапешки. Я где-то давно видела такое видео, где кто-то делал канапе вот такими канапешками, понимаете? И думаю, вот классно, когда будет новоселье, я сделаю такие канапе какие-то, да, ппшные или не ппшные, неважно. Но можно сделать прикольные бутербродики, они очень красиво смотрятся. И прям классно их кушать. И тут я прохожу мимо, по 13 рублей такие разноцветные канапешки и разные, абсолютно разные формы. Я взяла треугольник, квадратик и кружочек, такие более классические. Но вообще там были еще цветочки, сердечки, вот что-то такое. Ну, я решила взять вот такие. И вообще прям счастлива, довольна, что я их взяла. Дальше я вам решила показать, что будет отдельно. Видите, я уже в прошедшем времени так говорю, что я уже по что-то снимала. Я уже это все говорила, говорила по-другому, естественно. Но вы этого не услышите, как и я. Потому что была отключена база. Вот такие вот гидрогелевые патчи вокруг, для зоны вокруг глаз. Ботокс эффект, коллаген, пептидный комплекс. Разглаживает морщины, укрепляет и тонизирует кожу. 15-20 минут. В общем, мы это затестим отдельным видео. Все посмотрим, как следует покажем. Я не знаю, может быть, это не новинка, гидрогелевые патчи. Может быть, они раньше висели, но просто висели в другом месте. А как только их перевесили, я на них стала обращать внимание. Либо это новинка. Скажите, пожалуйста, мне, кто знает, потому что я такая, что могу мимо проходить все время, а реально перевесили в магазине, переставили что-то, и я уже, опа, я этого не видела, это новинка. Второе отдельное видео на моем втором канале, это будет вот эта маска, и я по ходу, пока снимала, выяснила, что это моделирующая альгинатная маска для лица, для всех типов зрелой кожи. У меня зрелая кожа? А сзади рисуют прям девочку-девочку. Ну, рисовали бы зрелую кожу тогда, то прям девочку рисуют. В общем, они были разноцветные, вот такие фиолетовые, были желтые и еще какого-то цвета, не помню. То ли синяя, то ли зеленая, то ли розовая, не помню. Мне стало интересно, я даже спросила, говорю, а вы не знаете, внутри они какого цвета? Они никто не знают, поэтому мне нужно было взять и проверить. Ну, надеюсь, что она будет такого же цвета. Мне это интересно. Вообще, альгинатные маски классные. У меня есть даже целая упаковка вот такая вот альгинатных масок. Ну, и еще для отдельного видео появились вот такие новые спонжики. 77 рублей. Ну, мы обязательно с вами нанесем BB-крем ими. И посмотрим, как они вообще впитывают, как наносятся. Ну, как бы, я вообще не очень люблю пользоваться спонжиками, но... Я не исключаю тот момент, что какой-то спонжик мне может очень сильно понравиться. Я буду в восторге. Поэтому отдельным видео мы попробуем. Так, ну и напоследок. Вы все время говорили, Селена, вот ты на ПП. И теперь мы не будем пробовать сладости. Да, я на ПП, я придерживаюсь здоровой пищи, что-то есть, да, такое, меньше всякой химии. Но это не значит, что прям я фанатею от этого. И, конечно же, конфетку какую-то я могу попробовать. Ну, вот, например, я увидела в Экспрессе конфетки. Ко мне же приходят гости, пьют чай с чем-то. Сейчас очень много рабочих, постоянно какие-то новые люди. И как-то чаем угостить или кофе, если человек работает целый день, да. Я взяла вот такие конфетки, они уже раскрыты и уже мною попробованы, понимаете? Это уже не будет сюрприз. Мне очень понравилось, я подумала, что это похоже что-то на Ротфронт. Но это даже интереснее Ротфронт, потому что это не только батончик внутри, но еще и сверху шоколад, и по периметру там идет как вафелька такая, то есть она еще хрустит на губах немного. На губах прям хрустит, ага, на зубах. Я, в принципе, это люблю. Ну и да, мне понравилось. Единственный состав я не прочитаю вам, потому что состав недопечатанный. Вот такой вот. А, вот еще что я показывала вам. Это вот такая вот тема. Это тоже новинки, салфетки на стол, такие прорезиненные, то есть можно что-то сюда ставить, и, ну, вы знаете, что это такое. Разные цвета есть в фикс-прайсе, 99 рублей стоит. То подумайте, 66, 99, вот. Есть с камнями там. В общем, я делала обзор полочек с фикс-прайса, с новинками разными на моем втором канале. Вот можете последнее видео фикс-прайс посмотреть там. Я показываю все цвета, которые там есть. Я думаю, что мне сейчас под интерьер хорошо это подойдет. И еще почему я взяла, потому что у меня стоят икеевские столы. И эти икеевские столы, они не предназначены для кухни. А так как у нас пока кухни нет, я использую эти столы. И они там все поздувались, покрасились, покоцались. И я решила немного как бы скрыть это уродство вот такой вот салфеточкой. Ну, мне кажется, будет нормально.
Вот, смотрите, стол, который весь у меня, видите, замызганный, а вот это вот уже и царапины вот такие на нем. Вот, видите, от воды и от всего. Ну и чтобы немножко сберечь, вот так вот раз, даже под ту же эту. И уже симпатично, видите, как. Нужно было даже две, наверное, брать вот сюда тоже. Ну, лучше уже, уже лучше. Пусть лежит. Ценник только оторвать надо. Я все показала, ничего от вас не утаила. Ну, теперь что? Осталось поставить лайк этому видео, писать свои комментарии, вообще, что вы думаете по поводу всего. Я тоже это видео посмотрю, у меня будет свое мнение по поводу как и что. Немножко, знаете, села, фон, непривычно все тоже. Если вы скажете, что я какая-то другая, может быть, какой-то от микрофона тоже зависит. Я привыкла, что вот там микрофон, помните, я ору вот так вот все время. А тут микрофон у меня вот здесь находится. И я, мне кажется, стараюсь как-то не громко говорить, чтобы там не резонировало, не фонило ничего, да. Плюс я не так себя вижу, как привыкла видеть. Плюс освещение. На самом деле, сейчас одна у меня кольцевая лампа работает, освещения у меня на самом деле очень много, у меня еще одна кольцевая лампа появилась, нижние лампы, профессиональный цвет, у меня очень много света, крутого, просто я его сейчас не включила, потому что мне надо посмотреть, что это за видео, да, потом я дополнительный свет, может быть, буду включать, плюс нету мебели еще, я чувствую сама, разговариваю, какое-то эхо, немножко некомфортно себя чувствую, какая-то не такая, как обычно, это однозначно. Полушепот какой-то у меня. В общем, я еще спешу, через часик мне уже за Денечкой идти. Простуда вскочила на губах, вам не видно, но опять же, когда простуда вскакивает, ты как-то чувствуешь себя больной, что ли. В общем, я надеюсь, это видео вам понравилось, как и все мои видео. И делайте замечания какие-то, если что-то не нравится, я все это дело буду исправлять, потому что я хочу, чтобы картинка была классная, радовала ваши глазки, чтобы звук был прекрасный и радовал ваши ушки. Поэтому что-то я сама, естественно, увижу, сейчас я просто это где-то слышу, но когда я буду монтировать видео, конечно, я многие вещи уже сама увижу. Вот, ну, вы тоже мне пишите. И уже я хочу скорее фон, я уже хочу нормальную кровать, и уже сесть на кровать с классной спинкой и вам вот оттуда делать какие-то классные видосы. Почему-то именно этот фон номер один у меня в голове. Все, мои хорошие, если вам что-то понравилось, бегите в фикс-прайс, быстрее покупайте, потому что все заканчивается. Полку, все, вы поняли, эту не берите. Я вас люблю, целую, жду лайки, комментарии, подписка, кто не подписан. А также можете проходить по ссылке под видео на мой второй канал и смотреть отдельные обзоры отдельных продуктов. Все. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!